94 балла – оценка качества в сфере образовательных услуг в высших учебных заведениях Дагестана за прошлый год. Об этом говорили на пресс-конференции Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования. Результаты напрямую зависят от студентов, поскольку они проходят анкетирование, где высказывают свое мнение и предлагают способы улучшения работы образовательной организации. Также на конференции обсудили вопросы инфраструктуры вузов. У кого-то новый здание, у кого-то старый здание, а здесь в Дагестане большой фонд, очень старый фонд, да, который необходимо сильно изменять. Мы видим, что эта работа ведется. Да, вот эксперты нам рассказывают о том, что вот 2023 год показывает, что динамика положительная есть.